тебя на пирсе с дальней стороны острова. Важно, чтобы меня не раскрыли. Так что тебе придется зачистить этот район. Понял. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Так, тут уже небольшое такое начало замеса. Не успели здесь появиться. Так, минус один. Минус второй, да? Да. Шлепнулся. Окей. Так. Нам нужно найти лагерь наемников. Вот, мы взорвали центр связи. Теперь нам нужно найти лагерь наемников. Давайте сейчас. Здесь просмотрим, короче, есть тут кто еще, нет? Обследуем местность. Если все тихо, спокойно, то можно уже будет расслабиться немножко. Так, броня. Ну, броня у меня целая почти. Аптечки. Ну, слушай, пока вроде тихо. Вроде больше никого нет. Ты слышишь? Вон стоят. Снизу там стояли. Граната! Так, минус один. Да не надо, не надо гранату. Беги, 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 беги. Хорошо. Бляха, я эту... броню забрал. Случайно. Что за... Нет, но я быстро учусь, когда по мне начинают стрелять. Дельтаплан. Прошу прощения. Дельтаплан. Так, вот это, да, дельтаплан? Давай-ка взглянем сейчас. В бинокль тут тихо, спокойно, вроде никого. Ладно, допустим. Ты о чем это? Я собираюсь... Кроу, что с меня довольно. И я сваливаю к чертям. Тебе моча в голову ударила? Тут настоящий рай. О таком пляже и солнце только мечтать. И ни одной тёлки. Выходных тоже нет. Остров не покинуть. Ни телефона, ни почты, ни интернета. Это полный П. И кому Кригер думает, мы сможем проболтаться? Я устал уже тебе повторять. Фильтруй базар. Мало ли кто может тебя услышать. Видишь? О том и я говорю. Мы даже в этой глуши не можем просто поболтать об этих ученых и их сраных экспериментах. Да кто нас вообще услышит-то? Не знаю и знать не хочу. А тебе желаю одного. Поменьше болтай, побольше занимайся чем-нибудь полезным. А, ладно. Фильтруй базар. Это полный П. Жизнь, у них выражение. Опа, снайпер. Два снайпера. Ты слышал этот взрыв? Да, мощный был. Это взорвалось топливо, которое они хранили под башней связи. Обычная ошибка новичков. Кроу, похоже, вообще ничего не знает о фортификации базы. Лучше не надо об этом. Если только Кроу услышит, что ты мелешь, тебе не сдобровать. Можно подумать, он общается с такими, как мы. Мое дело предупредить. Жесть, как они слова-то знают. Фортификация. Охереть. Я думал, в наемнике одних идиотов берут. Посмотри, образованные люди. Так, ладно. Получается, надо дельтаплане. Так, действие. Летели. F1 переключить вид. Ну ладно. Нам от первого лица хорошо. Связь на островах не работает. Чтобы ее восстановить, им потребуется несколько часов. Ну а пока тебе можно будет перемещаться посвободнее. Кстати, Вертухай. Вертухай. Катер. А там я никого не... А, вот вижу. Леха! И как? Твою мать. Мне надо куда-то приземлиться. Ух ты, жесть. We'll be right back.
Отлично. Вертушка свалила. Да? Свалила же она? Или она так и будет здесь летать сейчас? Ладно. Ладно, допустим. Пинки. Кто видит? Кто меня видит? Я никого не вижу, а кто меня видит? Свиньи? Поросюха? Жесть. Так, ладно. Меня, короче, кто-то видел. А что у нее на заднице у этой свинки было? Видел? Какая прилипла, что ли? Леха, а далеко я упал-то от того, куда мне надо? Смотри, выглядывает свинка. Ну-ка поверни спиной. Леха, кто? А чё она ко мне пристала-то? А, во, вижу. Отлично. Вон, смотри, это хвост такой у нее? Или это какаха? Или это какуля прилипла? Так, мне надо сейчас, короче, там снайперов снять. Кто заметил, кто увидел? Снайперы меня увидели? Или здесь еще кто-то есть? Из этих джунглей ни хера не видно, короче, непонятно, кто, где, чё, как. Хорошо. Да чё ты на ступеньку не можешь залезть, что ли? Так, где вышка? Угу. Где? Так, патроны. Всё это беру. Не знаю, наверное, сниму со снайперки. Бах. Бах. Фига его припечатало просто, ты смотри. Наверное, с глушаком взять. Отлично, сохранка. Это хорошо. Сохраночка, это хорошо. Так. Подняться, наверное, на башню. И там уже решать смотреть. Думаю, да. Как это вот так? Я думал, он к стене смотрит. Прям. Да. Я думал, он к стене прям пришпандорило его заглючило. Так, по всему видимому, вот он, лагерь. Эх, там нехило рвануло. А ты откуда знаешь? Я тогда как раз был на перевале. Клянусь, это было похоже, будто гора загорелась. Думаешь, это его рук дело? А чьих же еще? Взрывы сами по себе не случаются. Ладно, но тут я ему ничего взрывать не советую, иначе я лично надеру ему задницу. Как скажешь, ковбой. Я уверен, он уже наложил себе в штаны где-то поблизости. Ковбой. Они немножко на стрёме такие, да? Подобосрались немножко, видимо. После того, как я взорвал... Опа, еще снайпер. После того, как я взорвал центр связи... Погоди, там еще... А, еще один снайпер. О, еще одна вышка. Там тоже, наверное, снайпер. Да, здесь их немало.
Так, ну что, наверное, попробуем сейчас со снайперки поснимать. Поблизости-то здесь никого нет. В кустах тут, например. Вроде нет. Ладно, попробуем со снайперки, короче, сейчас поснимать их. Давай в первую очередь снайперов. Такой непослушный вообще прицел. Просто жесть. Понятно. Сигнальная ракета. Так, мне надо второго снайпера снять. Опа. Давай, умирай. Бляха, нет. Охренеть, он мне снял. Ты смотри, сколько у меня жизни. Просто дичь. Это не есть хорошо. А я снайпера снял там, нет? По-моему, нет. Ну-ка, дай-ка, мне снайпера надо снять. Это как? Жесть. Так, лады. Делаем все то же самое. Сначала бинокль. Лоп. Ага. Ништяк. Так, окей. Где снайперка? Первый снайпер. Вход пошел. Какой он непослушный вообще прицел. Просто жесть. Угу, окей. Ляха. Окей, так, вертушка. Отлично. Блин, с базуки бы было бы хорошо в вертуху выстрелить. Ну ладно уж. Раз так, значит так. Еще он высадит, наверное, да? Двоих. Бляха, не убил, что ли? Вообще не... Вообще просто смотри, как его. Просто смотри, как его фигачит. Жесть. Этот прицел. Просто невозможно. Так, стопэ. Ой. Ближе уже подходит. Где-то совсем недалеко от этой, от вышки. Ну где? Бляха, из этих кустов вообще реально нихера не видно. Опа, меня заметил. Камон. На радаре он почти уже почти вот впритык ко мне.
Где? А, вон он. Да? Это он? Ага, окей. Так, хорошо. Окей, здесь пока никого не вижу. Смотри, смотри, подходит еще один. Ладно, я пока снайпера сниму. Ага, ага. Не даст у меня снайпера снять. Ну где ты? Ну давай, подходи. Такие густые вообще трава. Подальше кинуть попробую. Не докидывается. Вот он встал там, а? Да нахер с ним. Пускаем там. Где нам снайпер? Так, больше никого нет. А, вон, смотри. Этим пуфик, они там стоят, короче, в тире стреляют. Им вообще насрать. Минус один. Вообще ее просто... Минус второй. Отлично. Три патрона у меня осталось. Снайперки. Отлично. Нус, в принципе, более-менее так подначистили. Теперь нужно как-то, не знаю, аккуратно, спокойно пройти до лагеря и уже на месте там разбираться. Хорошо, они, похоже, засуетились после того, как ты разрушил башню центра связи. Я направляюсь к тебе, но надо совершить еще одну диверсию. Взорви их арсенал в лагере. Это усилит неразбериху. Предлагаешь устроить новую диверсию для того, чтобы отвлечь их внимание от первой? Очень умно. Да, неплохо. Тогда они вообще будут растеряются. Просто. Еще никого нет. Тихо, 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 погоди. Прям впритык ко мне где-то. Кто-то. О, идет. Хера, он мне просто в очереди, короче, почти весь броник снял. Гадя, есть еще кто? Ладно, окей, бог, сохранка, хорошо. Можно немножко выдохнуть. Эти все ползут куда-то, смотри, скатываются. Так, ладно, нужно... Арсенал, да? Значит. Оп, оп, еще. Так, двое. А, кусты шевелятся, я думаю, что-то шевелится. Короче, где-то в той стороне. Там чуваки. А здесь табур. Опа. Да в смысле? Налево! Че он не сдох-то? Будет сделано. Приступаю. Так, отлично. Один готов. Левый фланг вперед. Короче, у этого вот... Разброс большой у этого. Где? Отлично. Но это не тот, наверное, который... Которого я изначально стрелял.
Есть еще кто? Бля, далеко. Все, готов. Готов. Так, есть еще кто? Угу. Сколько их вообще по кустам спряталось, вообще жесть. Так. Где-то он здесь. Вот он. Оп, был пацан, а нет пацана. Так, два патрона осталось у меня. Снайперки. Окей, все. Путь, наверное, более-менее чист. Ближе к лагерю идем. Хорошечно. Немножко броника. Так, в принципе, снайперы там сняты. Но есть, по-моему, еще один. Еще одна вышка, за которой мне было не достать. Опа, а вы-то откуда здесь? Не было же, да? Что, со снайперки попробовать снять? Вам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где ты там? Смотри, смотри, он убежал. Или это другой? Из барак повыбегали. Да пипец, а! Что это? Ку-ку. 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 Жесть. Так. Как быть, как быть? Короче, они были, по-моему, с той стороны все. Убежали в ту сторону все. Пойдем. Вроде меня пока никто не видит. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Леха, как? Да в смысле? Откуда? Да, what the fuck? Что за чертовщина? Откуда стреляли? Хорошо, чётенько. Бляха, откуда стреляли-то, я вообще не понял. Броник, 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 броник. Отлично. Бляха, аптечка нужна. Еле его увидел. Прикинь, еле заметил его. Карточка какая-то. Так, есть здесь еще? Ну, на радаре у меня он там отмечены. Да что? Сопли, база, Олд Форт.
08:00. Ой, девочки. Так, ладно. Погнали. Как ему хорошо, да? И как-то нормально? Нормально. Окей, надо опустим. Погоди, ну вроде меня не видят, да? Наверное, я подзачистил все-таки. Все. Они же не могут быть бесконечны. Так, аптечку ищем. Еще броник. Нет, мне нужна аптечка. Опа, кто-то есть. Так. Аптечка, вижу. Леха. What the fuck? Они с базуки стреляли? Там никого нет. И, короче, с какой-то базуки, короче, стреляли, прикинь. Так, ладно, я хоть аптечку схватил. Но я думаю, блин, а от взрыва базуки мне не поможет. Ни аптечка, ни броник. Так, 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 так. Меня кто-то видит, короче. Я вот не понимаю, кто. Брифинг. Ух ты. Сколько брони. Прикинь. Есть тут кто еще? Это что? А, взрывчатка. Короче, карточка, взрывчатка, смотри. Ля, это кто? Что за оружие? Что за оружие? Почему я таких не знаю? Так, там убитый. В том я был доме? Не помню. Стопы, стопы, стопы. Где-то вот здесь могут быть, наверное, так что. Я хорошо. Куда он делся? Годи. Он где-то здесь, что ли? Или это вот этот, который у меня на карте на радаре отмечен. Так, отлично, снайперка. Патроны. Это все заберу, это что? Не помню таких патрон. Так. Леха, валим. Окей. Украдите машину, отправились на пирс к западу. Окей. Так. А, смотри, вышка упала, которая та, короче. До которой мне было не достать.
смысле? Ты слышишь, да? Блёха! Это как? What the fuck? Это как? Ля, я все машины, короче, взорвал. Охереть. Красотища, бляха. Все тачки взорвал. Просто ништяк. Чуть сохранился. Пойдем пешком. Че нам, на пирс, на пешком, да? Ну ладно. Украдите машину, говорит, украдите машину, пролезть на пирс на запад. Пойдем пешком. Они, наверное, все ждут, что я поеду на машине, а мы пойдем пешком. Пойдем тропами какими-то. Блях, уроды. Кстати, вон по воде можно было проплыть. Ну ладно. Пойдем тропами. Сам по дороге, главное, иду. Говорю, пойдем тропами, а сам по дороге. Опа, вот и тачка. Стопы. Так, у меня же были патроны для снайперской, да? Окей. Сейчас мы тачечку себе приобретем. Все нормуль будет. Урод! Дело! Здрасте! Уроды! Еще не такие. Так, ладно. Что-то выносливость так быстро кончается. Перегружен, что ли? Как обычно в играх. Мы перегружены. Так, тут два упыря. Что? Сдохни ты уже, нахер. Задрал. Как Тарзан. Так, тут где-то тачка. Мне, наверное, надо убить пулеметчика. А с водятлом, я думаю, попроще будет. Так, где она? Хлоп. Хлоп. А в смысле, что не дохнет? Эй, ты! Ты пако! Ты пако! Все? Больше там никого? Все, ништяк. Вот и тачка. Че с пулеметом? Вообще ништяк.
what the fuck? Все, погнали. Да погнали, ну! Давай, гони, газуй! Бляха, сохранение игры. Охренеть! Так, я думаю... Ты на подходе к пирсу. Как только зачистишь территорию поблизости, я подберу тебя. Понял. Хера там. Валить, прятаться сразу. Ты на подходе к пирсу. Как только зачистишь территорию поблизости, я подберу тебя. Понял. Уничтожьте всех противников в этой местности. Окей. Так, а взорвалась, это у меня машина взорвалась, да, получается? Если хочешь, можешь приступать. А я останусь здесь, и как только увижу движение в джунглях, открою огонь. Это мысль. Бляха! Да в смысле? Откуда? Откуда эти базуки? Откуда вообще летит это все? Просто надо мной. Нахер. Да в смысле? Как только зачистишь территорию поблизости, я подберу тебя. Понял. Все понято. Откуда это все? Так, бежит. Там еще тачка. Бляха. Вон они куры мочат, а? Че, попробовать гранат кинуть? Эй, кто там шляется? Ни одного не убил, бляха. Ну где ты? Минус один. Где, давай, вылазь. Что за хрень? Минус второй. Они прям в нос мне дышат. Какого черта? Так, минус три. Где? Отлично. А, бляха! Давай быстрее! Этого на радаре не было. Козла. Так. Нормально он мне так. Покромсал. Он стоит прямо впритык, я вот не понимаю. Видишь, здесь это трава ссаная. И непонятно, в каких кустах. Здесь? Или здесь? Я вот прям впритык к нему. Я вот не понимаю. Ты где? Дружище. О, вот он. Хорош.
Такс. Я, конечно, блин. ХП у меня, конечно, жесть. Там в машине, наверное, да? Либо возле машины, наверное. Оп. Я тебя уделаю. Да? Ты так думаешь? За камнями, наверное. Почему-то мне так кажется. Ага. Ой, еще, да? Там эта ссаная вышка. Мне надо зачистить, да, тупо? Ну где? Почему бинокль не срабатывает? Так, минус один, хорошо. Второй где-то вот здесь. Мне кажется, за камнем. Почему-то я так думаю. Ай-яй-яй-яй. Он меня видит. Я не понимаю, откуда, где он. Тихо, я видел движение. Хорошо. Бляха жизни, вообще ХП. Нужна аптечка. Там никого? Жесть просто. Так. Нахер. Да беги ты! Я на подходе к пирсу. Как только зачистишь территорию поблизости, я подберу тебя. Понял. Я его убил? Ага. И не бежит такой ублюдок. Так, мне надо как-то... Тут сейчас тачка проедет, наверное. Да, он едет. Надо спрятаться. Вперед как-то аккуратно... Тихо. Да чем такие все глазастые? Охренеть их-то! Да ладно, я гранатой кого-то убил. Охренеть. Даже не пытайся, уделся. Что за чертовщина? Стрип. Давай, умирай. Хорошо. Вроде бы, знаешь, иногда вроде вот целишься в голову. А вот. Такого ха. Еще бежит. Да в смысле? Так, там были еще где-то. Он стоит. Лоп.
Ну, их уже меньше. Можно, в принципе, снайперку попробовать поснимать. У меня всего 4 заряда. Так, там никого не вижу. Здесь он бегает, ублюдок. Ну, ёпта. Ух ты, там, там их двое было. Ништяк. Так. Один там. Я надеюсь, что это последний там. Надо было сразу изначально так всех закрошить. Не было проблем. Здесь аккуратно. 5 клетки. Все, ништяк. Третий с Дойлом в конце пирса. Аллилуйя! Смотри, как прикольно, да, вода, так, кровь такая в воде. О, Дойл едет. Как инопланетная такая тарелка. Вижу, ты Джек. Откуда ты знаешь? Я ждал тебя. Твоя подруга переведена в другое место. Запрыгивай. Прячься в люк. Если тебя заметят, мы оба покойники. Кто может нас заметить? Тебе лучше и не знать. Я буду на связи.